Так, надо одну настройку поменять. Ястреб, о как. Сила 71, 80, 71, 83, 55, 89. Ну, в принципе, на магию можно попробовать. Так, у них по 304, ну-ка. Эх, чуть не хватило прям. Разрушение усиливает вихрь и гравивзрыв. В начале очереди, при наличии разрушителя. Так, и хотел я поменять последнее. Огнем и мечом, вот так вот. Ready for the next fight. Так, шарика нет никакого, отлично. Точнее говоря, плохо. Ладно, идем дальше. Ага. Ой-ой-ой. Так, надо бафаться.
We can't just rush into this one. Thanks. Hope! Oh. I've got your back. Good call. How about this, Light? Так, смотрим кристаллиум. Эх, чуть не хватило, ё-моё. Ну ладно. Идем дальше. I've gotta be stronger. О, походу дело это то самое. I wonder how the others are doing. Saz and Vanil? Who knows? Even if they got away, they'll get caught eventually. Then they'll have to choose. Resist or surrender. Surrender? Huh. Do you think he's still alive? You mean Snow? He's too stubborn to die. And that's his best quality. He's arrogant and chummy from the get-go. He thinks he's everybody's pal. Never liked him much. He leads around a bunch of kids. Gang called Nora. Where'd they get the name Nora? It's a stupid acronym. Their little code stands for no obligations, rules, or authority. Must be nice. It's irresponsible. Так, ну, по ходу дела, пока не будем мы ему его Одина, Фигодина, как они там. Фух, ладно, смотрим улучшения.
Да, маловато будет, ну ладно. Стоп. Куда я тороплюсь? Ой, девчонка-то осталась. Она по-любому должна быть со мной. Ага, вон она. This is an army facility for turning wildlife into weapons. Civilians aren't allowed in here, are they? We'll have to be sure and tell them if we see any. Эти загоны под открытым небом предназначены для сдерживания экспериментального биологического оружия, оснащены электромагнитными заборами, подключенными к общей системе биометрического мониторинга. Заборы отключаются автоматически, как только биоритмы известных существ с высокой степенью риска исчезают из радиуса действия. Ага. Значит, надо валить их, понятно. Ну, давайте попробуем. Так, их надо все завалить, да? Шариков нигде нету. Ага, вот тут уже двое. Ладно, попробуем. Как не хватает третьего участника, а? Так, отключился, отлично. Посмотрим кристаллиум. Трое получается.
Would this work better, Light? We can win this! I've got your back. Good call. Thanks. Maybe we should try something else. Так, отравление проходит? Нет, интересно, после боя. Возможно, что да. Ладно, проверим. Еще двое. Так, кучка какая-то. Ну-ка, Лайт, давай. Yeah.
Отлично. Maybe we should try something else.